Всем-всем огромный привет! Я получила вчера свой заказ из интернет-магазина «Василек». Как всегда, осталась мега довольна тем, что ко мне приехала, и не напрасно. Вы сейчас увидите, девчонки-мальчишки, что я выбрала, и насколько классненькие оказались костюмчики. Кроме костюмов домашней одежды, я взяла еще скатерть для кухонного стола, но ее можно на любой стол. Просто я взяла для роликов, вполне такая веселая, интересная расцветка, подушка и постельное белье. Подушку я беру уже четвертый раз, давайте с нее я и начну. В этот раз подушка у меня из овечьей шерсти. 70 на 70, 848 рублей. Я буду все цены озвучивать, так удобней. Каждый раз я беру подушку разную. Мы с вами брали уже лебяжий пух. Правда, я ошиблась, сказал натуральный. Он, конечно же, искусственный, но идентичный натуральному был. Также мы брали козий пух и вот теперь овечья шерсть. А, ортопедическую тоже брали, но с ортопедической немножко я не обратила внимания, что там высоту надо было подобрать. Мы вынули поролон из нашей, там была прокладка, и муж спит, очень нравится. В отношении, что лучше, пух, шерсть или перо, вы знаете, тут уже на любителя. Эти подушки, они все по сути мягкие, они так пружинят, голова не потеет. Единственное, что некоторые, вот вы ложитесь на них, они так проваливаются почти до низа, до матраса, и ощущение может быть, что не так высоко голова. Но она и не должна быть высоко. Подушки принимают форму тела и спится на них хорошо. Эту мы еще не использовали. Жду, когда сниму ролик. И, конечно же, начну сегодня же на ней спать. Эту подушку я взяла уже в отличие от предыдущих себе. То есть все члены семьи теперь спят на новых подушках. Каждый себе выбрал лично. Ну а вот овечью шерсть взяла себе я. Вы знаете, хочу отметить даже саму, кстати, тут овечки. Так, где они? Сейчас найду. Ай-ай-ай, вот. Видите, да, тут прямо овечки стоят. Очень плотная такая, хорошая сама вот эта вот наволочка. Очень классненькая. Такая прям плотная-плотная, приятная. И мягкая, пружинит подушка. Давайте информацию вместе посмотрим. Попробую поближе так ее показать. Потому что тут состав. Чехол, хлопок и полиэстер по 50%. Наполнитель. Овечья шерсть натуральный 50% и полиэфирное волокно 50%. И вот так. Дальше. Тут есть что-нибудь, да. А эту надо читать с другой стороны. Я сейчас разверну, не поленюсь, потому что информация на подушках очень интересная. И с этой. Подходит для любого времени года. Отлично регулирует температуру тела во время сна. Сухое тепло гарантирует спокойный, крепкий, глубокий сон. Так. Противоревматическое действие даже. Улучшает кровообращение. Препятствует возникновению микробов и вредных организмов. Ну, в общем, подушка-то мне вот на первый взгляд очень понравилась. Буду с удовольствием, конечно же, на ней спать. Позднее, если будет вдруг что-то не так, ну, хотя это вряд ли, я, конечно же, все расскажу. В общем, подушки на этом, в этом интернет-магазине шикарный. Выбор большой. Есть 50 на 70 сантиметров и, вот как я вам показала, 70 на 70. Ну, а что касается постельного белья, цены там, конечно, шикарные. Есть полутораспальные за 850 рублей, супер просто расцветки. Сколько стираю, не линяет вообще. В этот раз постельное мы взяли двухспальное, 1254 рубля, фабрика 8 марта. Не первый раз я беру вот такое именно, в такой упаковке. В прошлый раз тоже была. Так, состав давайте покажу.
Тут хлопок. И вместе откроем. Рисунок обещают вот так, что выглядеть будет. И давайте открывать. Так, где тут у нас начало? Да, вот звук, видите, касается. Ну, пошуршим немножко, но это нормально. Хочу обратить внимание, если на подарок, то видите, как замечательно оно все упаковано. То есть там внутри в пакете еще вот так шла картинка сама, да, если ее убрать, то вот упаковано очень приятно, как книжечкой. И давайте открывать, мне прямо не терпится. Просто нежная, такая симпатичная. Так. Простынь, как я поняла, нежнее основного комплекта. Ой, прямо лето-лето, как раз зимой на такой нежности лежать. Сейчас еще разок махну. Видите, да? Ой, какое чудо! Мне кажется, сразу комната стала светлой-светлой. Наволочки цветные. Вот такое лето на наволочках. Очень довольна. Вот прямо мега довольна. Ну и, конечно, пододеяльник мы с вами посмотрим. Насколько это все белоснежно и красиво. Ну, пододеяльник точно такой же, как и простынь. Также к низу красивые цветы. И давайте я вот так покажу, как выглядит верх. Видите, да? Ну, сейчас заправлю, и будет видно. Сейчас. Вот такое постельное. По-моему, это прямо... Даже на картинке было, наверное, не так красиво. Давайте для сравнения. Вот так картинка. Вот так могу положить. Ну, видно, что все замечательно. Также постельная картонкой была обложена. Даже вот я говорю, на подарок замечательно. Следующее, что было в заказе, это скатерть. Давайте я вам покажу уже скатерть, а потом перейдем к костюмам. Костюмы будут в трех размерах, 46, 48 и 60. Поэтому, я думаю, будет интересно любой девочке, которая смотрит этот ролик. Скатерть полевые ромашки называется, 150 на 120 сантиметров, 210 рублей. Вот так выглядит. Давайте информацию эту вот. Российский текстиль. Размеры. И вот так вот ромашки. Я очень люблю ромашки. Я не такой ценитель аромата ромашек. Но расцветка ромашек мне очень нравится. И я думаю, что кухня наша, когда мы будем с вами смотреть какие-нибудь покупки, будет украшена вот таким красивым рисунком. Мне кажется, симпатичная расцветка, как скатерть. Очень привлекательная. Она такая, знаете, как такая-то уплотненная. Аккуратно прострочено, прошито все. И вот такой вот у нее вид. Очень нравится. И каких-то 210 рублей. То есть, ну, недорого. Для скатерти это недорого. Но давайте к костюмам. Начнем с вами с 46 размера. 46 и 48. Я брала разные размеры, но вы знаете, они не совсем соответствуют размерам. То есть, каждая модель
было так, что 46 больше, чем 48, а модели разные, поэтому бывает и можно не попасть немножко. Лучше брать чуть больше, чем чуть меньше. Если вы сомневаетесь, 46, там 48, 54, 56. Костюм коричневые бриджи и майка 46 размер, 455 рублей. Я его взяла себе. Сказать, что я осталась очень довольна, это ничего не сказать, потому что от костюма я действительно осталась в восторге. Во-первых, очень симпатично сшиты бриджи двух цветов. Видите, в карманы как бы уходят такие леопардовые кармашки. Резинка тоже такая леопардовая. И это бриджи. Давайте внизу покажу. Они тут на манжете. Немножко заужены. И вот так. Фотография наверняка уже встала. Еще я не фотографировалась, но когда вы будете смотреть, фотография уже будет. И вот такая симпатичная туничка, мне кажется, это даже не футболка, а туничка, потому что она удлиненная. Вот так она выглядит. Чем мне понравился этот костюм? На девочек, у которых большие размеры, вот эта вставка в середине, она будет очень стройнить. То есть бока будут прятаться. Вот вы видите, бока будут немножко прятаться, а вот вставка с леопардом, с тигром будет очень стройнить. Красиво, очень красиво смотрится. Вставка идет не только спереди, но и сзади. Вот так она сзади выглядит. От костюма я в восторге. И вот то, что удлиненная попку будет закрывать, еще не мерила, одену, посмотрю. Надеюсь, что оправдаются мои ожидания, что будет красиво. Рукав достаточно открытый, но не полностью. Такой костюм 455 рублей. Супер. Вот прямо супер. Вот так. Попробую вот так. Следующее, 48-й. Сейчас я буду вам пищать, потому что он мне настолько понравился. Костюм с мишкой из интерлока. Интерлока. Я не знаю, как правильно называется, из интерлока. 48-й размер, 700 рублей. Какой он классный. Так, тут уже длинные брючки. Они идут как тоже с манжетом. Вся одежда на рост 1,70 м. У меня рост 161, и поэтому вот такие манжетики являются спасением. Тоже хочу отметить внимание брючкам, что карманы не просто, знаете, так на скорую руку сделаны, а вот с аккуратными вставками другого цвета, и это делает вещь дороже. Все бриджи, брючки идут с карманами. Карманы глубокие. Также пошито хорошо. У всех моделей резинки широкие. Ну, видно, вот я прямо вывернула. Пошито все аккуратно. Вот так выглядят брючки. Ну и, собственно, сама модель с мишкой, сама кофточка. Ай, какая она красивая, но это не 48-й размер. Вот так выглядит тут. Давайте покажу, что точно тут-то написано 48. Но она маленькая. Я померяю на себя. Если мне будет маловато, то я померяю еще на сестре и покажу вам на сестре. Но надеюсь, что смогу показать на себе. И вот такой вот милейший медвежонок. Вот так вот он выглядит. Ну, такая милота. Это домашний костюм, поэтому говорить там не по возрасту, это бесполезно. Все, что для дома, все по возрасту. Ну вот, мне хочется такую пижамку себе. И у меня будет такая милейшая пижамка, в которой вечером не стыдно по дому побегать, походить. И приятно в такой будет отдыхать в прохладные наши ночи. Следующий костюмчик.
Называется костюм яхта, 48 размер. И 686 рублей. У костюма яхта бриджи. Тут уже, посмотрите, самые обычные прямого покроя бриджи. Никаких карманов. Вот прямо потоньше резинка. Самые обычные такие упрощенные бриджи. Даже у них ткань тоньше, чем вот у первых двух костюмов. И футболка. Ткань, кстати, знаете, такая немножко как тянучка, как резиночка. Но тут написано хлопок, 100% хлопок. Удлиненный. Тут вот 48 размер, уже достаточно широкая моделька. И он такой на морскую тему. Симпатичный, приятный. Рукав такой приятный. Давайте тоже так покажу сверху. Ну, естественно, тут же будет фотография, как и у всех остальных моделей. Проще посмотреть будет, конечно же, на фотографии. Вот такой вот третий костюм уже. И последний костюм, который я взяла уже своей маме. Она выбирала сама. В прошлый раз мы вам показывали размеры 62, но в этот раз взяли 60 и не знали, будет сам раз или маловат. Но как нам показалось, что все хорошо. Называется костюм «Мозаика Восток», 784 рубля. Тоже давайте покажу. Бриджи похожи на предыдущие. Также, смотрите, обычные бриджики, никаких карманов. Средняя резинка. В любом случае, прошито хорошо. Прям очень ткань похожа вот на предыдущие. А вот сама туника, она поплотнее. Давайте тоже поближе. Горлышко просто полукруглое. Рукав спадает. Никаких тут на рукаве нет швов. То есть прямым полотном. И давайте вот так. Кстати, с корабликами тоже прямое полотно. Нет вот вставок каких-то. Например, вот здесь... На тигровом. Видно? Видно. Здесь был рукавок вставочкой. Там под такая модель посложнее. А здесь прямое полотно. И вот так вот выглядит этот костюм «Мозаика». Яркий, сочный такой. Мама сначала подумала, говорит, я вроде голубой заказывала. А потом посмотрели, нет, такой. На фотографии на девушке вот этот серый цвет от бридж и серый, который есть в орнаменте, он как-то вот в памяти у нее остался как голубой костюм, представляете? Но приехало вот такое вот радужное солнышко. Ну, также наверняка фотографии вы уже смотрите. И последнее, что было в этом заказе, это носки. Носки мы взяли 3 штуки. По 52 рубля, 156 рублей все 3 штуки. Женские длинные ангора называется. Размер 37-41. Давайте я вам покажу, как приходит. Вот набор. Черный, голубой, сиреневый. Не открывали даже. Решила вместе с вами открыть. Давайте оценим. Голубой, сиреневый. Ай. Какие они толстенькие, черные. Так, как вот так. Ой, какие они классненькие. Давайте сиреневые откроем. И посмотрим. 37-41, но мне кажется, 37-38-39 будет хорошо. Тут я оторвала вот эту штучку.
Красивый рисунок с оленями. Ну, чувствуется, что это ангора, они прямо вот. Давайте поглубже покажу. Вот, видите, они прям как с начесом внутри. Плотные, толстенькие сами носочки. Классно. И не настолько объемные, чтобы там, знаете, вот в сапог, например, не влезти в них. Они очень такие узенькие по ноге. И если сапог позволяет, то с огромным удовольствием вы будете ходить в тепле. Отличные носки, прямо не зря. 52 рубля одна пара. Достойные. Вот такой вот интереснейший для меня был заказ. Осталась я довольна всем. Единственное, что уже по фотографиям мы с вами определимся, что идет больше, что окажется, может быть, не идет, пока я не знаю, но на момент выхода ролика, конечно, уже буду тоже знать, что, как сидят костюмы и всем ли мы довольны. Ссылку, конечно, я оставлю очередной раз на этот интернет-магазин Василек. Единственное, что я хочу сказать, сейчас этот магазин настолько популярен, что каждый день заходишь на него, смена ассортимента колоссальная, там просто все сметается, тут же появляется что-то новое, снова сметается. То есть, я не знаю, как они успевают уже это все отгружать, работать, но в любом случае очень хороший сервис. Они высылают в течение недели, постоянно вам на почту приходит уведомление, в каком состоянии уже ваш заказ, все ли есть на складе. Если вдруг чего-то нет, вам звонят, может быть, что-то предлагается на замену. Ну, то есть это вот все оговаривается и договариваться можно. То есть очень быстро, сервис замечательный. Минималка у них 2000 рублей. То есть на 2000 вы точно наберете. Там сложно остановиться, чем, например, дотянуть минималку. Поэтому приглашаю зайти посмотреть, если вдруг вы еще сомневаетесь, не сомневайтесь, девчонки. Единственное, вот размеры, если сомневаетесь, лучше чуть-чуть побольше, потому что после стирки совсем немножко модель может подсесть. Это все-таки хлопок, это естественно. Простите. Спасибо огромное всем за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч и всем пока.